Завтра следующий чемпионский бой ожидает российских болельщиков. Бивол будет оставить свой титул. Вот какие вот прогнозы на этот поединок? Вот там как бы не совсем оставил титул. Он был интерим чемпион мира. А сейчас он будет боксировать за настоящий чемпион мира. Ну, Диму Бивола я знаю давно, я слежу за ним немножко, потому что он питерский. Его тренер Коля Исаев, Николай Петрович Исаев, он лепил в свое время, привел меня в зал, попросил прийти в зал, показал мальчика, говорит, я делаю его, чтобы он боксировал так, как ты боксировал. Я стараюсь его показать твое, как бы, как ты боксировал, такой стиль, чтобы у него был. Поэтому мне было интересно смотреть на него. Он был такой же, но он не бил, не было у него жесткого удара. Сейчас он профессионал, у него жесткий удар появился, он реально готовится, он сильный, он молодец. У него голова всегда была на месте, боксирует он интересно. Дай Бог, я пожелаю ему только ему удачи. В общем, это хороший парень, скромный. Надо, чтобы такие выиграли остальные чемпионы мира. Они украшают нас бокс, наш вид спорта украшают. Они такой бездумный, ну, драчун. Это реальный парень, который боксирует, который сейчас уже стал бить. Он этого не бил. Который выиграл по любительным бои и чемпионаты мира, и Европы среди юниоров. Он выиграл. То есть интересный боксер, которого, я думаю, перспектива у него хорошая.